Последние приготовления за несколько минут до их звездного часа. Каждому из этих людей предстоит попробовать себя в непривычном для них амплуа. Ежедневно они пишут статьи, снимают репортажи, ведут новостные выпуски. Но сейчас журналисты выступают в роли артистов, пусть и непрофессиональных. В Пензе возродили музыкальные фестивали, которые не проводились 7 лет. Пензенская областная организация журналистов России 65 лет, и в честь юбилея мы проводим фестиваль поющих журналистов. Мы готовились к нему с начала года, выбирали репертуар, очень долго репетировали и решили, что этот фестиваль мы посвятим году семьи, который объявлен в нашей стране. Журналисты люди талантливые не только в своей профессии, а во многих других, но конкурса поющих журналистов еще ни разу не встречал в своей жизни. Среди участников большое количество представителей медиахолдинга «Экспресс». Ирина Жарова, ведущая рубрики о психологии в утренней программе. Поняла одну вещь, что вот сколько бы лет ни прошел, ты все равно волнуешься. Даже если ты каждый год будешь выходить на сцену, ты все равно волнуешься, потому что зритель каждый раз новый. Новые ощущения, вот эта ситуация неопределенности, конечно, все это волнительно. На сцену также вышли фотограф информационного агентства «Пенза-пресс» Юлия Сидяшева и режиссер телеканала «Экспресс» Алексей Седов. Вместе с журналистами выступали и профессиональные коллективы, артисты городского центра культуры и досуга. Все собранные средства будут направлены на помощь детям Запорожья.